10 июня состоялось заседание комиссии по почетному званию и наградам Курагинского района под председательством Татьяны Родькиной, заместителя главы района. В составе комиссии руководители и специалисты администрации района, представители общественности и депутатского корпуса. Рассматривались документы о награждении двух работников культуры и одного ветерана труда Красноярского края знаками отличия за заслуги перед Курагинским районом. Комиссия приняла решение ходатайствовать перед Курагинским районным советом депутатов о награждении их знаком отличия за заслуги перед Курагинским районом. Окончательное решение будут принимать депутаты районного совета.